Итак, всем привет, ребята! Это уже 26-я часть рубрики автомобилей. Так вот, 26-й кандидат у нас это Mercedes-Benz 80K 1930 года выпуска. Этот автомобиль от немцев уже, и он пятиступенчатый, у него девятицилиндровый двигатель. И он выпускался с 1930 по 1945 год. Вот такой вот автомобиль Mercedes-Benz 80K 1930 года выпуска. Так что всем пока.